человек должен, не знаю, ну, вот вообще она проживает в Иркутске, родилась там, это Леся Пономарева, мастер компании, практики, главный реабилитолог Иркутской области, педиатр, врач восстановительной медицины. Вот, поприветствуем. Спасибо большое за приветствие. Всем здравствуйте. У нас сегодня, я так понимаю, собрались в основном дистрибьюторы, да, все, кто в теме. Нет? Есть или есть новички? Есть у нас новички, это очень хорошо. Но и, конечно же, у нас идет прямая трансляция. Всем привет! Сегодня мы затронем тему детского здоровья. И не только детского, еще и здоровья взрослого. Я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы, если они у вас будут. Ну, и я думаю, что быстро все по делу, проговорим основные моменты. Итак, может быть, сразу у кого-то есть какие-то вопросы, либо запросы по детскому здоровью, чтобы я уже могла предметно на эту тему проговорить в рамках концепции детского здоровья. Нет, да, особый вопрос? Но мне интересно, вот вы говорили, причины аллергии, да, там частые заболевания. Сейчас хорошо. Вот цветение, да, мы, допустим, живем в доме, у нас там чуть ли не война, эти цветы садить нельзя, это нельзя, потому что дети чихают, кашляют. Угу. Что с этим делать? Хорошо, ну давайте начну, еще немножко расскажу про меру своих компетенций, про свои профессиональные компетенции. Я, да, врач-педиатр, мое первое образование, второе у меня врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, огромное количество сертификатов там по реабилитации, также по пищевой избирательности, по пищевому поведению. Да, сейчас плюс я работала 4 года в остром стационаре, это отделение с детками как раз-таки пульмоаллергология. Это моя тема, плюс я пишу диссертацию по бронхиальной астме у детей. Следующее – это неврологические заболевания, педиатрические, детки грудного возраста. Плюс отделение реабилитации, в котором я проработала 8 лет, заведовала этим отделением. Там мы реабилитировали деток с 2 до 18 лет совершенно с разными патологиями, хроническими заболеваниями, ну и плюс профилактика. Поэтому тема нутрициологии, тема нутрицептиков для меня очень близка. Я даже об этом не знала, когда работала в практической медицине, потому что нутрициология – это пара медицины, сейчас по-другому говорят, интегративная медицина, превентейдж, антиэйдж, там, и так далее. Эти все направления – это все пара медицина, но она не входит в стандарты оказания медицинской помощи. Поэтому, естественно, я как врач, мне было некогда, я не знала, ну, слышала, что есть какое-то такое направление нутрициологии, ну, не разбиралась, ну, думала, что питание, там, питание, биодобавки, но подробностей не знала. Но тут так получилось, что я немного устала от своей работы, все врачи в один момент какой-то, да и вообще многие специалисты, кто работает в одной сфере деятельности, они испытывают такое чувство выгорания. К сожалению. Вот у меня наступило, ну, не скажу, что прям какой-то прям чрезмерный выгорание, но я поняла, что мне нужен перерыв. Этот перерыв случился по работе мужа. Мы переехали в Москву, и я как вот такой вот активный человек, постоянно учусь, постоянно что-то мне нужно. Я искала обучение, пошла учиться на мануального терапевта, прошла небольшой курс, но поняла, что это интересная тема, и однозначно мануальная терапия, кинезиология, это все работает в рамках реабилитации, лечения. Ну, решила еще разобраться. Тут мне попадает такое обучение по нутрициологии. Я смотрю бесплатный вебинар доктора Зубарева. Очень люблю этого блогера, врача практического по нутрициологии. И она там как раз продает вот курс по нутрициологии. Я вот когда-нибудь у кого-нибудь было такое, что вам молния как будто в голову ударяет? Было. Вот то же самое у меня было с нутрициологией. Думаю, так, это мне нужно. Я за 3 минуты принимаю решение, покупаю этот курс, хотя не было у меня там чрезмерно большого количества средств свободных, вот, и все, и с этого начинается. Но в прошлом у меня был сетевой опыт, с 15 лет я всегда зарабатывала деньги, там с 7 лет буквально, с 15 лет я попала в сетевую компанию, и там я зарабатывала, в общем, себе деньги на свои расходы. И поэтому у меня такое, так, можно же рекомендовать продукт,
найти какой-то продукт, который можно было бы рекомендовать людям, и при этом еще, ну, зарабатывать деньги параллельно. Таким образом, начала искать, обыскала все возможные площадки нутрицептиков, и вот видела пару клав. Что мне понравилось, это, конечно же, системный подход, я про это еще дальше расскажу. И, конечно же, система очищения, с которыми я дальше не стал, далее ранее не сталкивалась. Как же это все с детками перекликается? Я пыталась, что было в моей практике? То есть ко мне приходят дети с различными проблемами, и, к сожалению, да, мы помогали, то есть реабилитация, восстановительное лечение, это все помогает. Помогает на пару месяцев, потом опять обострение. Бывает, конечно, снижается частота обострения, то есть улучшение есть. Но когда ребенок попадает к себе в среду, он возвращается домой, он начинает также часто болеть, у него начинается аллергия. И проблему мы не решали. Мы ее, да, частично убирали, снижали симптомы, но не убирали полностью. И я, конечно же, какой-то, видимо, подсознательно искала метод, и вот я его нашла. А у вас какой-то был вопрос? Я буду признателен, если вы как-то более подробно на моментах лечебных. А вы кто по реабилитации или по лечебной физкультуре? Значит, да, лечебная физкультура, спортивная медицина, тренажерная тема. Вы инструктор, врач? Я. Вы инструктор лечебной физкультуры. Все, поняла. Вы в Сочи или из другого города? Здесь сейчас живу. Все, понятно, очень приятно. Люблю своих коллег, вообще медиков всех, всегда вот, когда встречаешь, прям приятно. Так, ну что ж, давайте у нас сегодня детское здоровье в эту тему, ну и далее вот ваш вопрос мы тоже понять. Вот таким вот образом я познакомилась с нутрициологией и, естественно, начала применять на себе программу и испробовать разные методы. И так получилось, что у каждой, самые больные люди у нас это врачи. Потому что, во-первых, врачи у нас постоянно контактируют с инфекционными заболеваниями в любой сфере, каким врачом мы не были. Ну, конечно, если это гнойная хирургия, там, или акушерская гинекология, или еще другие какие-то более сопряженные с инфекцией отделения, это больше риск. Но вот даже у меня работа в реабилитации тоже был высокий риск инфекционных болезней. Я столько на себя нахватала различные инфекции, что в 30 лет я просто стала разваливаться, хотя я вообще здоровый человек. Вот. И, ну, естественно, начала еще задумываться о своем здоровье. И когда познакомилась вот с программами восстановительной коррекции с помощью Coral Club, получила крутые результаты, начала это внедрять в свою практику медицинскую, рекомендовать деткам, рекомендовать мамам, бабушкам, в общем, всем. И мы до сих пор получаем невероятные, фантастические результаты. И мой личный результат – это опыт, который я получила, вот, так, вернее, соизмерила то количество действий, которые я делала в медицине, получила результаты. Хочу вам сказать точно, что я за полтора года сотрудничества с Coral и работы в нутрициологии получила гораздо больше результатов у детей и у взрослых, чем за 8 лет в практической медицине. То есть это мое вот такое вот субъективное, объективное ощущение. Ну что ж, теперь давайте проговорим, откуда же берутся вообще все болезни. Наверное, согласитесь, что сейчас дети стали рождаться. Да, дети всегда болели там, во все года, во все времена. Но тем не менее, сейчас мы чаще слышим, что у ребенка аллергия. Мы чаще слышим, что у ребенка задержка развития. Мы чаще сталкиваемся с различными коликами при рождении у ребенка. Почему? Давайте разберемся вот в этих причинах. Ну, начнем с того, что когда мы жили раньше, ну, вернее, не мы жили, а наши бабушки, дедушки, они по-другому питались, они дышали другим воздухом, они пили другую воду. Что сейчас у нас происходит? Вот мой любимый фильм – это «Москва слезам не верит». И я вот, у меня такой просто кадр перед глазами, когда едут машины, и там вот совсем несколько машин вот этих вот старых, ну и практически пустой город в Москве. Что сейчас? Даже в Сочи постоянно пробки, даже мы сегодня начали немножко позже, потому что постоянно пробки. Везде пробки, везде выхлопные газы. А какие, там, сколько заводов, какое количество продуктов мы едим неправильно.
Вот я как нутрициолог сейчас, ну, я давно разбираюсь с питанием, лет 7, наверное, эта тема интересная, и давно научилась разбираться в составах продуктов. И вот понимаете, кто смотрит составы продуктов? А, ну, обалдеть. 100% зала. На самом деле, к сожалению, у нас такое сегодня осознанное общество, да, собралось, но мало людей, кто смотрит на составы. И не обращают внимания, что есть ешки, сахар, что есть там мука высшего сорта практически во всей выпечке, которая продается там, которая не несет никакой полезности, а только нарушает функцию нашего организма. Раньше этого не было. То есть раньше вот собрали пшеницу с поля, из нее приготовили, вот измололи муку и сделали хлеб, да, ну, условно говоря. А сейчас все совсем по-другому. То есть химические производства, глютен везде. Это первая причина питания, на которую нужно обращать внимание. Почему у нас вообще болеет общество? Второе – токсины. Ну, токсины от еды, токсины от выхлопных газов, про что я говорила ранее. Это химические компоненты, которыми мы моем посуду, стираем вещи, там, моем полы и так далее. То есть все это приводит, к сожалению, к высокой токсической нагрузке нашего населения. Естественно, ребенок рождается не из воздуха, ну, наверное, для вас ни для кого не секрет, что ребенок рождается от маменьки и от папеньки, как говорила мой любимый преподаватель по биологии. То есть яйцеклетка, она формируется из, ну, в общем, от мамы и от папы, конечно же. Поэтому здоровье учитывается и женское, и мужское, это очень важно. И уже на этапе формирования, на этапе беременности, к сожалению, нездоровые родители, происходит зачатие нездорового ребенка. Это первая причина, то есть я уже сказала. Высокая токсическая нагрузка. Следующий момент, когда ребенок, когда мама вынашивает ребенка. Во-первых, вот кто из, ну, вот, у меня есть у нас еще молодые мамочки? Относительно, ну, молодых нет мамочек. Ну ладно, все пожилые. У кого есть дети? Пожилые. Да. У всех есть дети? Ну вот, почти у всех. Когда на периоде... кто готовился еще к беременности? Ага, ну вот уже поменьше людей, кто готовился к беременности. Ну, как правило, это такой интересный процесс, да? Суть в том, что не готовятся, к сожалению, к беременности. Естественно, никто не проходит никакие программы очищения, мало кто перестает пить алкоголь за полгода там, и так далее. Но хотя это было бы неплохо. Особенно у женщин. У женщин, вот тоже как мой преподаватель говорила, что яйцеклетка у женщины, она как мусорный бак. Она на протяжении всей своей жизни в себя все впитывает. То есть количество партнеров, там, количество еду, все вот эти вот... негативные воздействия, вредные факторы работы и так далее. У мужчин все попроще. То есть мужчины должны сперматозоиды обновлять каждые 72 дня, и поэтому там обновились, и все нормально. Поэтому ну, а женщина у нас выполняет основную функцию во время беременности. Так что к беременности, конечно же, нужно готовиться, и вот дальше я расскажу, каким образом тоже можно подготовиться. Следующий момент, когда мама забеременела, вынашивает ребенка, у меня очень много подруг, которые родили детей, и я смотрю, как питаются люди во время беременности. Это нормально, все хорошо, все нормально. И едят все подряд. Редко кто ест клетчатку, овощи, мясо, рыбу. Там, витамины пьют какие, как правило? Ну, какие врач посоветует? А врачи – это не нутрициологи, врачи редко кто разбирается во всем нутрицептиках, в сертификатах. Вот как я как-то проходила, готовилась к беременности, и мне сказали, иди там попей витаминки, ну вот в аптеке. Причем репродуктолог, ну там такие известные репродуктолог, не говорит ни название, естественно, витаминов, какая там фолиевая кислота, ни дозировку в редком случае говорят, это в хорошем случае. Поэтому подготовка к беременности у нас, ну, так себе организована. Есть мамочки, которые более такие, ну, увлеченные, понимают, разбираются, они, конечно, более плотно к этому процессу. Но таких процентов, наверное, 10 осознанных мам. И вот формируется таким образом, формируется беременность. Никто, естественно, не проходит санации перед беременностью, хронических очагов инфекции. А редко кто лечит зубы, как правило, узнают, когда беременные идут лечить зубы. Ну, в общем, столько вот этих факторов, которые влияют на здоровье ребенка.
когда ребенок родился, многие говорят, вот у меня ребенку, ну, какие-то есть проблемы, вот стафилококком заразили во время родов. Это 1% из 100. Какая сейчас у нас выдерживается, какие выражения выдерживаются правила асептики, антисептики в роддомах? Это отдельная история. То есть все очень четко, все по протоколу. То есть чтобы нарушить там за каждый квадратный сантиметр, ну, в общем, столько правил, столько протоколов соблюдается. Поэтому заразить стафилококком или стафилококком, либо другой какой-либо инфекцией очень сложно. Как правило, когда рождаются детки уже с какими-либо проблемами, это все передается от мамы. Это все находится в родовых путях. И поэтому нужно тоже готовиться к этому моменту. В следующий момент ребенок рождается. Вот кто давал своим детям воду? Хорошо. В наше, вот, ну вот, кто постарше, раньше все давали детям водичку и понимали, что было понимание, что вода – это вода, грудное молоко – это еда. Сейчас есть правило ВОЗ, которое непонятно, кто придумал, написал, что грудное молоко – это и вода, и еда, и вообще все необходимое для ребенка до периода прикорма. Ну, а почему тогда у детей возросло количество колик? То есть и колики такие, что никакая, не то чтобы укропная вода не помогает, как раньше давали, а не помогает вообще ничего. То есть родители лезут на стенки, сходят с ума, потому что ужасно, ребенок кричит, естественно, переживает. Одна из причин – это плохая система работы кишечника, для того, что мы просто не даем воду, потому что вода должна поступать. Ребеночек, мы взрослые люди, состоим на 70-80% из воды. Чем мы старше становимся, количество воды уменьшается, тем младше количество воды в организме увеличится. То есть ребенок новорожденный родится, состоит примерно на 80-90% из воды. И когда мы не даем воду, сколько нужно усилий приложить организму малыша, который только родился, чтобы из грудного молока синтезировать воду. Причем воду биодоступную, которая входит в клетки и выполняет все функции. И которая нужна кишечнику для того, чтобы качественно формировался тому меконий, потом стул у новорожденного ребенка. Вот вам вот основные причины. Потом следующая причина проблем у детей – это, конечно же, период вскармливания, когда мы находим прикорма. Вот, мы начинаем сейчас по стандартам 6 месяцев. Какую еду дают ребенку? Как правило, пюрешки. Да, либо покупные пюрешки, там сейчас разнообразие, ну, мамочки, там, и родители, которые заморачиваются, готовят там супчики, разминают, но ребенку нужно обязательно давать крупную еду. Родители переживают, думают, что ребенок подавится. Нет, мы формируем, к сожалению, нарушение физиологических, психологических процессов формирования пищевых привычек у детей. То есть дети, они должны вот распознавать еду. Они могут давиться, это нормальный процесс, понимаете? А все боятся этого. То есть нужно давать крупную еду детям. Это важно, запомните, пожалуйста. Следующая причина. Родители не дают, вернее, во время кормления, во-первых, ребенка кормят отдельно. Сами как попало едят, там один в одно время, другой в другое, с семьей никто не собирается. И ребенка кормят отдельно, включают мультики. То есть отвлекают, ребенок вообще не понимает. Вот даже вы взрослые, ну, такой момент наблюдали за собой? Смотришь какой-нибудь сериал, и ешь, и все хочется, а потом, ой, я что-то переел. Также у ребенка, у него нет понимания, когда он наелся. Почему сейчас у детей ожирение, почему у кого-то у детей сейчас очень частая проблема, это малоежки. То есть дети едят только сладости, только печеньки, они не едят нормальную еду. Ну, то есть это тоже одна из причин вот таких вот нарушения процесса. Поэтому, почему вот мы с вами разобрались с периодами формирования детских болезней, ну, потом ребенок идет в сад, сейчас, если раньше, там, допустим, я когда росла, я была вообще здоровым ребенком, я вообще не болела даже ветрянкой. То сейчас, приходя ко мне на прием пациенты, они говорят, ой, у меня ребенок часто болеет, да каждые две недели дети болеют, причем болеют с антибиотиками, ну, применяете реальные препараты, там, ну, различных хронических заболеваний возросло количество. Поэтому, ну, население сейчас и детское здоровье, оно, мягко говоря, не очень. Заниматься не нужно и применять какие-либо другие методики, которые будут формировать здоровье у детей. И все, до 18 лет все-таки ответственность за детей – это ответственность родителей. Поэтому все в наших руках.
Вот, что же нужно делать? Я для себя в нутрициологии, вот, когда я начала сотрудничество с Coral, потому что я здесь увидела все практически нутрицептики, которые мне нужны для моей работы, я увидела системный подход, я увидела, самое главное, воду. Ну вот тоже, вот, с приходом фитнес-индустрии люди стали хотя бы понимать, что нужно пить воду. До этого, ну вот, многие вообще не понимали. Я просто вот, ну, всю жизнь стараюсь, по крайней мере, заниматься спортом. И там воду пейте там на тренировок и так далее. Но разве кто-то разбирается в качестве воды, какая она должна быть, очень мало таких людей. Вот вы знаете, кто у нас первый раз или не так давно, какой должна вообще обладать вода, какими свойствами? Вот вы у нас первый раз пришли сегодня. Какими свойствами должна вода обладать? Я не знаю, какое количество будет вообще потреблять. Все пишут, что 30 мл на килограмм веса. А вот нам преподаватель сказал, что не больше, чем 1,5-2 литра. Вот кому верить интернету, преподавателю? Да, спасибо за этот вопрос. На самом деле, настолько сейчас у нас свет переизбытка информационных технологий, и ты порой просто не понимаешь, кому верить. А у одного один источник, у другого другой, и достоверный источник достаточно сложно. И даже опираться на какие-либо научные исследования, как всегда, это на все, вот Инна у нас, да, врач, и вообще, кто здесь есть, медики, мы всегда опираемся на клинические исследования, научные рекомендации и так далее. Но не всегда научные рекомендации, вернее, научные исследования, они достоверны, к сожалению. Это первое. Второе, появляются новые методики, новые методы, соответствуют современным вообще методам восстановления, лечения, это вообще всего касается. То есть мы меняемся. Там привычки меняются. Ну, а здесь просто я, знаете, за что? За то, чтобы опираться на личные ощущения и логически подходить к решению вообще всех вопросов. Вот логично, что мы состоим на 70% из воды, что нам нужно пить воду. То есть не просто там супы, морсы, кисели и так далее. Сейчас расскажу про это. Все-таки нужно пить воду чистую. Почему? Потому что когда мы пьем, допустим, я уже про это говорила на примере детей, что грудного молока. Вот вы представьте, у нас в организме вырабатывается порядка 5-6 литров свиной жидкости в сутки. Вспомните, какая она прозрачная, светлая. И представьте, сколько нужно организму затратить усилий, чтобы слюну создать из, допустим, борща. Или из там киселя какого-нибудь. Либо из воды. Добавить немного ферментов, вот вам, ну, и вообще, в принципе, фермент – это слюна. Сколько у нас жидкости содержится в крови, сколько у нас жидкости содержится в межсуставной жидкости, в глазах, то есть везде есть жидкость, везде есть, должна поступать вода. И такое, ну это уже доказанный метод, что вода, и вообще вот, доказанная информация, что вода должна обладать 12, она имеет 12 характеристик, 12 констант. И две самые важные из них, это отрицательно-восстановительный потенциал и щелочность. Так вот, что такое отрицательно-восстановительный потенциал? У нас есть вода. И каждая клеточка нашего организма, она воспринимает только отрицательно заряженную воду. Я не буду сейчас в научные какие-то данные погружаться. Это доказанный факт, нужно это изучить, почитать. Так вот, когда вода к нам попадает в организм, она не сразу попадает, вернее, так, немножко не с того начала. Вся вода, которая сейчас у нас есть пригодна для нашего использования, она имеет положительный заряд. Я это говорю не просто так. Я покупала приборы по метод и измеряла каждую воду. Один раз даже у меня был случай, девочка говорит, знаешь, а вот вода из источников природных, вот из родничка, она же полезная, ну, то есть ее пить лучше. Можно я приеду, и мы с тобой измерим воду прибором? Ну, конечно, давай. Мы приехали, измерили, естественно, она положительно заряженная. Я при ней бросаю коралловый стик, я про это сейчас расскажу, и она автоматически меняет заряд. То есть это доказанный факт, что вода должна попадать к нам в организм
только отрицательно заряженная. Но она вся идет положительно заряженная. Детская вода, из родничков, там, из бутылок, из-под крана тем более, она вся идет положительно заряженная. Вот. И когда у нас в организме она поступает, она не сразу поступает. Она примерно на сутки задерживается в организме на переделку. Она у многих людей скапливается в отеках. У многих людей, вот как говорят, будешь много пить воды, будет, ну, там, будет вымываться калий там, и так далее. Вот такое возражение, наверное, слышали. Так вот, почему действительно обычная вода, она вымывает кальций? Потому что на сутки, когда она задерживается в организме, она берет на себя, оттягивает, встает на переделку, забирает кальций, калий, магний, натрий из костей в основном, ну и вообще из всего организма, минералы, больше всего минералов у нас содержится в костях, для того, чтобы вода приобрела вот этот отрицательный заряд. И только после этого она входит в клетку. Вот я для себя нашла вот такой способ обогащения воды, как раз-таки это коралловые стики, которые добываются. Здесь кораллов, которые добываются в Японии, на острове Окинава, там, где живет самое большое количество долгожителей, там людям больше повезло, потому что они пьют воду природным способом. Вот. А у нас есть возможность вот за 40 рублей, 50 рублей в день обогащать воду, и чтобы она не вымывала кальций, калий, натрий, магний из нашего организма, а сразу же попадала в организм. Свой результат приведу сразу же, ну и вообще про деток. У меня есть мамочка, она... врач-эпихолог, пульмонолог, у нее ребенок с атопическим дерматитом и угроза формирования астмы. Так вот, они сидят на СИД-терапии, потом они, естественно, на баллончиках, там куда-то все, вне сезон старались куда-то уезжать, когда цветение. Просто Олеся говорит, какие-то чудеса. Я даю ребенку только воду 2 дня, у него кожа на ногах стала гладкая. И причем мы не сами заметили, потому привели в детский сад, воспитатель удивилась, что произошло, просто вода. И таких случаев миллион. Потому что у нас кожа – это мощный выделительный орган, и все проявления сразу же, конечно же, на коже. Это нормальная история. Так вот, воду нужно пить отрицательно заряженную. И плюс вторая характеристика – это pH. Доказано Нобелевское премия, что в щелочной среде не развивается онкоклетки. Мы все, ну вообще... Кто-то сталкивался с онкологией, родственников, друзей. Это сейчас не только распространенное состояние, к сожалению. Вот, так в щелочной среде не развивается. А что закисляет наш организм? Это как раз-таки неправильное питание, про это неоднократно говорила. Это наша агрессия паразитов, вирусов, про это я сейчас расскажу. И создает кислую среду. И онкоклетки любят кислую среду, не любят щелочную. Так вот, вот эта вода с кораллом, коралловая вода, мы ее по-другому называем, она создает щелочную среду в организме, и тем самым профилактика онкозаболеваний в том числе. Поэтому воду нужно пить щелочную и отрицательно заряженную. Там еще много различных характеристик, она соответствует всем характеристикам, но это две самые основные, на которые прошу обратить внимание. Так вот, следующий момент... так, ну, то есть, немножко эта тема ушла. Смотрите, вода – это очень важно. И поэтому для любого ребенка, для любого взрослого воду нужно пить обязательно. Приведу еще такой пример, мой любимый. Изюм сухой, в сухом виде. Все видели? Воду его все опускали? Угу. Все опускали. Вот. И наблюдали такую картину, что когда изюм полежит в воде, он становится такой напитанной водичкой. Так вот, когда мы пьем недостаточное количество воды, и недостаточно качественной воды, то наши клетки, они, ну, утрированы, как изюм, сухие такие вот, которые не выпускают, не впускают в себе питательные вещества. Сложно из них выходят токсины и различные паразитарные инфекции в том числе. Тогда наша задача с помощью воды, качественной воды, распоить каждую клетку, чтобы она превратилась вот в этот вот такой изюм или виноград, условно. То есть вот это вот важно. И с помощью биодоступной воды мы это свойство добиваемся. И следующий еще пример про воду. Когда мы пьем морсы, соки, кисели, супы и так далее, у нас внутри болото. Вот вспомните, как это неприятно, неприятный запах, вообще неприятное ощущение. Вот даже просто представляешь болото. А когда мы пьем чистую воду, у нас внутри ручеек. Так вот, наша задача пить воду и создавать ручей внутри себя.
Следующий момент, вот это касается и здоровья детей, и взрослых. Я вам уже говорила, что у нас мы сталкиваемся с большим количеством токсической нагрузки, и важно проводить детоксикацию. Сейчас очень много есть людей, которые, вернее, методов детоксикации, различные соки. Кто-нибудь проводил детокс вообще? Ну, там не, кора, не с помощью коров, а другие какие-то детоксы. Какой был опыт у вас? Нет? Да. Ну, неплохой. Ну, чем? Соками там или чем вы детокс проводили? Там питание было, там питание. Ага. Там было разработано питание, технология была на уровне врачей, это врачи-диетологи, нутрициологи, они разрабатывали питание. Ну, это, конечно, все парное, отварное, перетертое, пережатое, смузи подобное и так далее. У вас тоже было опыт детокса? Да. Ну, там печень, даже свекла, морковка. Ну, с помощью продуктов. И с помощью опять-таки воды. Воды. Да, и очищение. Ну, здорово. Это очень здорово, потому что мало кто об этом вообще говорит. Вот, ну, допустим, вот только вы два человека. Я, например, вообще никогда никакие детоксы не проводила до того, как вот скоро познакомилась. А это так важно, потому что у нас есть фильтрационные выделительные органы, которые участвуют в процессе детоксикации. Это печень, почки, кожа, лимфатическая система, легкие, апокринные, то есть потовые железы, там, половые органы, которые в том числе участвуют в процессе детоксикации организма. И мы их, естественно, никто никогда не чистит, об этом даже не задумывается. И многие говорят, вот у нас такой умный организм, который все из себя выводит, полностью согласна. У нас организм человека – это самая мощнейшая система, саморегуляторная, гораздо мощнее, чем космический корабль или там самолет, хотя да, это что-то сверхкосмическое. Вот. Потому что у нас все взаимосвязано. Мы состоим из триллионов клеток. Вот. И организм сам знает. Но когда мы изначально создавались, мы не предполагалось, что мы будем есть добавки, ешки всякие. Не предполагалось, что мы будем дышать выхлопными газами. И поэтому и так далее. Все, про что я вам говорила. Организм не готов выводить такое количество токсинов. Поэтому у меня есть вот такой случай, тоже в моей жизни произошел полгода назад. Я летела с Турции, и рядом со мной сидела женщина. Я обычно лечу, у меня столько общения, что мне хватает, я ни с кем не общаюсь. Вот села и вот там посмотреть телефон, книжку почитать. Тут лететь до Иркутска 7 часов или 8. Я сижу, но уже все, уже все методы испробовал. Думаю, дай-ка попристаю к женщине, пообщаюсь. Начала общаться, оказалось, это женщина. Живет в Краснодаре, у нее своя клиника, вот она проводит детоксы различные, там люди, ну, типа клиника-профилакторик, заезжают люди, она там проводит детоксы. Это врач-нутрициолог, и мы с ней знакомились, она летела на Байкал. Я ей там экскурсию по городу провела, там рассказала, поделились, а она ко мне пришла в офис, к нам, вернее, в офис в Иркутске, и прочитала лекцию. И очень интересная лекция, кому интересно, я могу скинуть. Она как раз-таки рассказывает на своем опыте, она, кстати, программу Coral применяет в своей практике тоже, то есть она не только с Coral работает, но и вот там голова нашу проводит. Очень интересная лекция, на которой она рассказывает очень качественно все 7 степеней зашлакованности организма. Что? Да. А, тебе? Хорошо. Скину. 7 степеней зашлакованности организма. Такие вещи, например, про женское здоровье, что матка должна, во-первых, вообще она должна в доме быть размером с спичечный коробок, что там должна быть, ну, там очень-очень много процессов про продукты, какие защелачивают, закисляют организм. Ну, обалденная лекция, я не буду сейчас, естественно, все пересказывать. Вот, кому интересно, могу в качестве бонуса, что вы сегодня пришли, скинуть. Вот, всем скину, договорились. И к чему это все начала говорить? Что она говорит, что ко мне приезжают профессора, доктора, ну, она 30, опыт 30 лет в практической медицине, и говорит, ну, такие вещи, что, ой, мой знакомый кардиохирург там, в какой-то области, главный кардиохирург области, умер от инфаркта миокарда, например. Или там другой, там, главный врач онкологии умер от онкологии. Ну, то есть это же, ну, как-то странно, да, что главные специалисты, они являются вот от своих же заболеваний, умирают. Почему? Потому что, к сожалению, все причины, они приводят, вот как раз-таки одна самая важная причина – это нарушение детоксикации. И это нужно проводить обязательно.
мы чистим окна, мы там, я не знаю, чистим посуду каждый день, но мы моем свой организм, мы чистим свой организм, это важно. И поэтому вот в Coral Club есть такая программа Detox, ну, Detox, Detox Plus, я их очень люблю, они подходят взрослым и деткам с 12 лет у нас уже взрослые программы. Также в зависимости от возраста и от патологии, ну, в основном, там, допустим, атопический дерматит, бронхиальные астмы, прекрасные компоненты детокса, результаты получают обалденные. Свой результат скажу, что у меня была предрасположенность, ну, вернее, предастма, я ходила по улице, прям задыхалась, выжимала грудную клетку, и атопический дерматит был, аллергия. А вот после первого курса детокса у меня прошла аллергия, кожа стала такая, ну, просто... Я раньше на себя наносила нейрополиту кремом, чтобы уснуть, потому что был зубов сухость. Сейчас этого нет. Полтора года вообще не наношу никакой крем для тела. Это вот после детокса уже прошло. Потому что вывели токсины из организма, и вот это привело к такому результату. И есть результаты на детоксе у деток, также с бронхиальной астмой, с атопическим дерматитом. Поэтому программа, она составлена профессорами, шикарные продукты, комбинация, не надо ничего придумывать. Вот не нужно, конечно, мы еще параллельно подбираем питание, есть рекомендации в этой же коробочке, какие продукты исключить, но честно скажу, я питание не соблюдала, результат все равно был очень классный. Вот эта программа детоксикации рекомендую всем. А, да? Да, да, да. То есть очень странно, хотя я даже, если честно, я не всегда, я вообще почти никогда не читаю инструкции. Ну, как бы не парадоксально казалось. И вот я не читала инструкцию, пила там просто табличку увидела и как-то даже не обратила внимания на ограничения в питании. Хотя сейчас, конечно, рекомендую своим людям, соблюдайте. Получается эффект. Вот, ну и сейчас я, в принципе, соблюдаю питание и веду проекты по питанию, веду людей по нутрициологии. Вот. А следующий момент. У нас, про что я сейчас говорю, что у нас есть, вот в Coral Club есть концепция здоровья. Это классный системный подход, который решает вообще все проблемы, какие только можно у людей. Но не потому, что это какие-то волшебные программы, волшебные таблетки, волшебные пилюли, а это просто системный подход, который влияет на все факторы формирования состояния болезни. Вот тут все, кто медики, знают, что у нас МКБ-10 там можно перечислять бесконечно, смотреть там под заголовки диагнозов, а по факту все просто. Мы должны дать воду, в общем, убрать все лишнее, дать необходимое, и организм будет здоров. И так у каждого человека. И вот почему мне нравится Коралклаб, это концепция здоровья, которая как раз-таки решает эти все проблемы. То есть первый шаг у нас – это гидратация. Это вода, да, про что я говорила. Плюс я всегда рекомендую проводить детоксикацию, детокс, вот с помощью первого шага. Второй шаг – это очищение и противопаразитарные программы. На этом остановлюсь поподробнее тоже. Вот у нас, я уже тоже про это говорила, что… Я не говорила. Уже столько сегодня провела презентацию, уже забываешь, что говоришь. В общем, повторюсь. У нас в организме человека, и вообще вот все практически болезни, которые существуют, практически все вызывается различными паразитоформами. Вот, ну, такой пример мне, он сначала как медик урезал слух, сейчас я к этому привыкла, и действительно так и есть, что все, что заканчивается на «ит», значит паразит. Стоматит, цистит, бронхит. Там, атопический дерматит и так далее, можно перечислять бесконечно, значит паразит. Объясню сейчас почему. У нас большое количество паразитарных инфекций, и к ним относятся вирусы, бактерии, простейшие грибы, макропаразиты. Если к паразитам, к червякам мы понимаем, да, что это различные гельминты, аскариды, бычьи цепи, это паразиты, все их боятся, думают, что ни у кого этих, естественно, червей в организме нет, то не будете отрицать, что... Вот поднимите руку, у кого болело горло в жизни. Ну, все, да, наверное? Так вот, как правило, боли в горле вызываются такими частыми возбудителями, как стафилококк, стрептококк. У детей самая частая распространенная патология это хронический аденоидит, у взрослых это хронический тонзиллит. Вот, и
как раз таки вот эти возбудители, они являются возбудителем данных заболеваний. Это тоже паразиты. Вирусы, ковидом кто болел? Ну, наверное, все, да? Ковид – это вирус. А с вирусами все немножко сложнее. Если с бактериями можно, ну, просто вот с помощью паразитарных программ наших от них уйти, то с вирусами сложнее в каком плане? Они встраиваются в ДНК, РНК клеток. И вот, ну, простой пример. Ветрянкой, если хоть раз в жизни заболели, то это иммунитет на всю жизнь. Все про это прекрасно знают. Почему? Потому что вирус ветряной оспы, он встраивается в ганглии спинного мозга, и там правильно же я говорю. То есть встраивается и живет всю жизнь. Представляете? Так же и с другими вирусами. И с ковидом, и с там, гриппом. Поэтому вывести полностью вирус, ну, вирусы, когда пьют противовирусные препараты, непонятно для чего, ну правда, я не совсем понимаю всю эту историю. Вот противовирусной активностью, ну, вирус можно только убрать последствия. Поэтому с помощью паразитарных программ натуральных, я тоже про это говорю, можно убрать последствия вируса. Грибы. У кого хоть раз в жизни была молочница, это тоже часто. У кого был атопический дерматит, сухость кожи, там различные проявления, тоже бронхиальная астма, стоматиты, ну и различные заболевания и нарушения функции организма, перхоть, там, ну и многие процессы, это связано с грибковой инфекцией. Так вот, грибы у нас тоже есть практически у каждого человека. Почему? Потому что грибы любят сахар, стрессы и антибиотики. Если хоть раз в жизни вы пили антибиотики, а пили их все не один раз, то, естественно, грибковая инфекция есть у каждого человека. Ну, просто у кого-то более сильный иммунитет, это все находится в ремиссии, у кого иммунная система послабее, или какие-то процессы, там, нервная возбудимость повышена, то, конечно, да. Вот плюс еще псориазы – частая проблема. Витилиго, конечно, не доказывают, ну, не знают, почему витилиго основной такой, основного фактора нет, но одна из причин – это тоже грибковая инфекция, это тоже паразит. Следующие паразиты – это простейшие, ну и про червей я говорила. И все всегда говорят, у нас сейчас очень развита лабораторная диагностика. Приведу тоже пример. У нас в Иркутске до ковида было 3 лаборатории, ну, там, определенной фирмы. Сейчас у нас 33, там где 36. То есть настолько это крутой бизнес, и поэтому все пролонгируют анализы, анализы, анализы. Но, допустим, анализы на паразитов делать абсолютно бесполезно, потому что у нас более 100 тысяч различных паразитов, паразитоформ. А анализы обычно сдают, ну, допустим, на макропаразиты. Это, ну, на 20, на 100, это если расширенная панельная, это нужно потратить порядка 20 тысяч рублей, чтобы определить каких-либо паразитов. И людям некоторым везет, находят, но, как правило, не находят. А чтобы получить, допустим, яйца глистов в кале, как, ну, вот у нас самый распространенный анализ, здравствуйте, заходите, присаживайтесь, самый распространенный анализ, это кал на яйцеглист. Чтобы получить яйцеглист в кале, нужно 45 дней носить тепленький кал в лабораторию. Я так лично не делала, мне кажется, никто из вас тоже этого не делал. Обычно в холодильнике с вечера, если ребенок, это же тоже целая история, да и взрослому ребенку не так уж и просто. Поэтому чудо, когда находят яйцеглист в кале, и хорошие лаборанты должны быть. Ну, в общем, там много факторов должно совпадать. Поэтому противопаразитарные программы нужно проводить обязательно. Паразиты есть абсолютно у каждого человека. И когда мы проводим противопаразитарную программу у детей, у нас уходят хронические аденоидиты, которые никто не может убрать, тонзиллиты, гайморриты, дерматиты, да вообще практически все проблемы, которые вызываются паразитоформами, они уходят. Все банально просто, не потому что какие-то чудо-таблетки, чудо-капсулы, это просто воздействие на систему, на причину формирования данного состояния. То есть второй шаг концепции здоровья – это противопаразитарная программа. Третий шаг – это очищение кишечника. Вот кто-то, ну вот я, допустим, до Coral Club не проводила никогда очищение кишечника. И вообще даже вот нас, честно, в медицине, ну, кишечник да кишечник, обычный орган, ну, прошли мы там его на анатомии, на патоанатомии, ну, на всех там циклах, но никто нам не говорил, что, тут мне лично, я не помню, чтобы мне говорили, что в кишечнике, допустим, находится 80% иммунитета. Ну, не придавали какого-то большого значения, не говорили, что
есть взаимосвязь между кишечником и головным мозгом. Что кишечник, что когда проблема в кишечнике, происходит серьезная нейротоксическая нагрузка, доказана взаимосвязь. Что сейчас у нас на первом месте, по крайней мере, среди инвалидов, среди детского населения, на первом месте находится инвалидность по психическим заболеваниям. И одна из причин – это паразитарные инфекции, связь с кишечником. То есть сейчас, когда, ну, как я как нутрициолог, и начала в этой теме разбираться, потому что в нутрициологии этот аспект очень хорошо освещается, то есть уделяет большое внимание кишечнику, потому что сейчас это такая же тема достаточно интимная с кишечником, но мало кто про нее говорит, ну, геморрой, там, синдром раздраженного кишечника, язвенные колиты – это очень распространенное состояние, и проблемы желудочно-кишечного тракта, они связаны со стрессами. То есть первый орган, мишень, при стрессах это кишечник, это желудок. И каждый наверняка, ну, вот у меня был, допустим, в детстве гастрит, ну, это также будет, конечно, возбудители, но на стресс они влияют очень сильно на проблемы с кишечником. Поэтому кишечник нужно, конечно, уделять ему особое внимание. И вот в Coral Club есть тоже классная программа Коловада, которую разработал ученый Альберт Зер, у него там потомственный врач, который разрабатывает эти программы, и эта программа действительно творит чудеса. То есть за 14 дней, то есть не один день там какие-нибудь капсулки попил, а 14 дней мы соблюдаем строгое питание, мы в идеале 4 дня голодать. Почему? Потому что в голоде включается процесс аутофагии, то есть это когда паразиты начинают сами себя поедать. Плюс там есть такой процесс, это глина, это когда она входит в все ворсинки, в складочки кишечника. У нас кишечник 7 метров в основном, и всасываемость огромная, ну, по-моему, 18 тысяч квадратных метров. То есть, ну, это, я не знаю, с чем это сравнить, но, наверное, как больше, чем этот офисный центр весь атриум, это такая всасываемость кишечника, представляете, у нашего. И в котором усваиваются все вещества, а мы его не чистим. Ну, правда, никто не чистит. И у нас есть ролик очень классный, тоже могу скинуть, кто не видел, 2-минутный, там показывают онкопациентов, различных пациентов с заболеваниями, какой кишечник у этого, ну, у этих людей. И там страшные картины. Вот кто сифон разбирал? Ну, мужчины наверняка, ну, женщины тоже видели в раковинах. То есть это, ну, он напоминает вообще кишечник в своей роде, ну, в своем, если сравнить. И там всякие слизи, волосы, там еще что-то, то же самое в кишечнике, представляете? И вот когда мы проходим кололаду, я раньше всегда говорила, я за любой кипиш, кроме голодовки. Вот сейчас еще и за голодовку, ну, 4 дня максимум, конечно, все под контролем, потому что такие результаты, во-первых, люди у нас худеют, ну, стройнеют, светится кожа, все такие довольные и счастливые ходят, не потому что как там они, ну, просто потому что чистый кишечник, это правда, вот светишься, ты весь изнутри. У детей можно проводить коловаду под контролем, желательно без голода, с 12 лет. Что? Лайт можно сейчас и грин, но только без голода получается. А вообще после концепции здоровья, то есть детокс, гидратацию можно проводить детям там, с любого возраста, только дозировки разные нужно подбирать. Вот человек, который там, или видео это слушать будет, или здесь у нас, да, кто новички пришли. Просто подбирайте с человеком, который вас пригласил, дозировки, у нас это все есть. Ага. Вода не на водичке, а на сухой? Вода. Вода плюс глина. Там, условно говоря, голодания как такового нет. Голодание от пищи, социальной еды. А вообще, по факту, вы пьете вот эту вот глину, которая разбухает 40 раз, и она проникает во все стенки кишечника, все складочки кишечника, и вытягивает оттуда вот все как раз таки токсины, там, каловые массы, слизи, паразитов. Вот. Поэтому, конечно, тяжело психологически. Ну а так вот я 3 раза проходила на голоде всегда, я очень люблю эту программу. У меня первый раз минус 6 килограмм ушло, и больше килограмма не возвращались. И в основном у нас люди по 17 килограмм, там в зависимости от загрязненности кишечника уходит вес у людей. Но здесь вес это как побочное действие, в первую очередь, конечно, обновление организма. Очень рекомендовано всем людям с онкологией, после онкологии. И вообще это всем нужно. А у деток, кто не готов к коловаде, ну, там разные, да, детки бывают, там, подростки не все готовы.
У нас есть программа «Здоровый кишечник» после вот как раз-таки паразитарки подходит прекрасно. Ну, а потом уже четвертый шаг концепции здоровья – это питание. Есть какая-то сетка по очищению, например, раз в полгода, раз в год, в зависимости от возраста? Вообще рекомендовано проходить очищение в идеале 2 раза в год, но хотя бы раз в год. А вообще, как я говорю, даже если вы хоть раз в жизни пройдете очищение, ваш организм вам скажет спасибо. В зависимости от возраста? Ну, там мы подбираем вот, в зависимости от того, какая проблема. Если, например, онкопатология у нас есть, люди после онкологии, то там есть такая программа, вообще каскадная коловада. То есть ее каждые 2 недели проходит человек, ну, то есть прошел клеточное питание, снова коловада. И так можно 4-5 раз подряд проходить. Условно здоровый человек. Условно здоровый 2 раза в год. Без разницы. Здесь нет возрастных ограничений. С 18 до, там, до 80 лет, если условно здоровые люди, пожалуйста, 2 раза в год проходите, результаты будут колоссальные. И у нас... Что? И 14-15, или 16 лет. Ну, это зависит это на ответственности родителей, да, во-первых. Во-вторых, это ответственность самого ребенка. То есть все-таки ребенок должен быть осознанный. Коловаду доставить, пить, ну, невозможно. То есть я только должен человек. А, ты смогла? Сам захотел. А, ну сам захотел, осознанно. Сам захотел, осознанно, да. Ну, твой сын уже взрослый человек, уже давно по мозгам. Вот. Так что здесь все зависит от этого. И что я хочу сказать, что вот эти вот 3 шага обычно все пропускают. И сразу же пьют витаминки. Омега-3, коллаген. Там, и так далее, витамин D, и почему-то не получают результата. И все нутрициологи в основном работают так, к сожалению. Ну, основные классические нутрициологи. Про что? А. Пропускают 3 шага. А, пропускают. Еще раз скажи. Ну ладно, еще раз расскажу. В общем, в основном все пропускают 3 шага. Начинают сразу питание. Начинают омега-3 пить, витамин D, там, поливитамины и так далее. И почему-то, говорят, витамины не работают. БАДы не работают, да, конечно, они не работают, потому что усвояемость витаминов на грязный организм порядка 10, максимум 30%, к сожалению. Когда мы чистим организм, то усвояемость идет 70-100%, в зависимости от организма, от возраста и от многих факторов. И почему в Coral Club все витамины работают, видно результат сразу, потому что, ну и действительно, это абсолютно у каждого человека. Потому что мы чистим сначала организм, есть вот эта вот концепция здоровья. Это основной механизм, который подходит и детям, и взрослым. Еще раз повторюсь, у детей только другие дозировки. Остальное все то же самое. Какие-то целёвки по всем внутренним органам? По всем органам. Это по всем внутренним органам. А противопаразитарная? Тоже по всем органам. То есть она направлена на всех видов возбудителей, вирусы, бактерии, грибы, простейшие макропаразиты. Возможно ли просто провести очищение кишечника на первый-второй пункт, значит, просто таким образом? Пропустить. Не совсем рекомендуем. Раньше, во-первых, всегда фоном вода, то есть нам, помните про виноград, да, что нам нужно распоить. Второе, нужно провести детоксикацию. Детоксикация, я еще раз повторюсь, то есть это детоксикационный выделительный орган, это печень, почки, кожа, лимфатическая система, это апокринные потовые железы, как уже говорила, не помню. Вот, в общем, все органы не участвуют в процессе детоксикации. Их нельзя выпускать из виду. И как раз таки программа, она у нас настроена таким образом, детокс, что она все организмы, ой, вернее, все органы организма участвуют в этом процессе. И вот у меня, допустим, я говорю, у меня были проблемы с легкими. Там, почвоводелительной системы, все прошло, даже от одного детокса, то есть вот просто было связано с нарушением детоксикации. Постепенно. И это у меня, сколько таких случаев, то есть, ну, хотя мне 30 лет, вот я проходила программу свой первый раз в 30 лет, и я обалдела от результата, хотя думала, что вообще у меня все хорошо, но когда стало все совсем хорошо, я теперь вот так вот прыгаю, скачу, постоянно встаю без будильника, в 6 утра встаю, раньше вот просто такая вялость, утомляемость. Но это большинство сейчас людей такая, к сожалению, ситуация. Кишечник можно сразу чистить. И поэтому не рекомендую обязательно распаивать, но минимально. То есть мы не можем, мы можем провести детокс, но почему мы должны пропустить шаг с тем, чтобы убирать паразитов из организма?
они опционально, они создают много проблем у людей. Это все болезни, я же вам говорила, практически они называются воспалениями, а воспаление называется паразитами разных форм. Поэтому мы переходим к питанию только вот на четвертом шаге. И в Coral Club есть огромное количество различных витаминов. Это и коллагены, это коллаген, гиалурон, самые лучшие продукты. Это, конечно же, витамин В, в общем, магний. Чем они отличаются от других нутрицептиков? Имеются сертификаты GMP. Что это значит? То есть это все, что написано на упаковке, это значит, здесь в капсуле. Такой сертификат есть мало у кого. Если эти сертификаты есть, то эти добавки стоят на порядок выше, чем просто в аптеке. Например, вот тут продавались в аптеке Салгар биодобавки. Они дороже, чем Coral 2-3 раза. Они хорошие, то есть там хорошие дозировки. Вот. Следующая, например, следующая разница – это биоусвояемость, биодоступность. Я когда училась на нутрициолога, я изучала все нутрицептики Coral, и я смотрю, например, вот у нас там лекция по нутрициологии, самые лучшие формы хелатные, такая-то, такая-то. Захожу в справочник, в интернет-магазин или там в каталог, самая лучшая форма в коралле, понимаете, магний самый лучший. Вот, и вот ну, таким образом я изучала цинк самый лучший, ну и так далее. То есть здесь хорошие формы биодоступны. Усвояемые, практически все натуральные, то есть на 98% натуральные компоненты. Ну, какие-то на 100%, в зависимости от нутрицептика. А как быть с подбором там, продукта крови, состояние крови? Ну, смотрите, вообще у нас есть концепция, есть базовые программы, но если у вас какой-то запрос, например, боль, ну, там, проблемы с сердцем, или какое-то заболевание сердца, есть пыки, кардиопык, например, если с мозгом, ну, там, с кровообращением есть запросы. Это другие нутрицептики. Здесь уже вообще мы работаем как? Мы работаем с анкетой по здоровью. Вы заполняете пункты изначально, и мы там определяем, какую вам программу подобрать. То есть это всегда концепция здоровья, но ее можно усилять, то есть какими-то компонентами. А после, когда мы питание проходим, то есть там уже подбираем, какие у вас остались запросы после концепции. Потому что многие запросы, они просто уходят. Нормализуется артериальное давление у людей. То есть перестают болеть суставы у многих людей, даже просто на детоксе, у меня тоже есть такой пример. То есть, ну и многие-многие другие моменты, это уже индивидуально. То есть не так, что у вас вы там зашли на сайт, чем он хорош тоже прокат, что здесь у каждого человека есть консультант, то есть консультант по здоровью. И с вами занимаются. Если у вас какой-то есть случай серьезный, у нас есть врачи в компании, можно позвонить, проконсультироваться. У нас в каждой организации практически есть врачи, нутрициологи, которые индивидуально смотрят и подбирают вам программу. То есть это все есть. Вот, то есть питание. И следующий шаг – это защита. Что мы относим к защите? То есть мы клеточку свою напоили, очистили, напитали и защитили. Каждую клеточку нашего организма. Вот, каким образом? У нас есть программа, допустим, Immunity Pack, она защищает организм, создает такую оболочку. У нас защищает наш дом, например, это там серии природных компонентов там, для стирки, для уборки дома. Есть, допустим, вот у меня на телефоне наклеены многих, у нас в Coral давно, такие вот наклеечки, это Neutronic Pack компании, то есть убирает электромагнитные излучения вредные, защищает наш организм от вредных лучей. Поэтому мы защищаем наш организм со всех сторон. Компания настолько заботится о нас, что даже есть там акции по сбору, например, упаковок отработанных. То есть мы не выкидываем наши упаковочки от БАДов, а приносим в офис, сдаем, и там конкурс объявляется. Все эти БАДы, все упаковки, они отдаются на переработку. То есть защита идет и забота о всех людях со всех сторон. Вот. То есть, в принципе, вот эти вот 5 шагов концепции здоровья, они являются самыми основными. И все, кто вот у нас с Coral давно сотрудничают, то живут по концепции здоровья. То есть всегда пьют обязательно воду. Ну, воду обязательно нужно пить, обогащать это 100%. Но и там уже по запросу. Сейчас мы современные люди, и
ни для кого не секрет, все рекомендуют пить на постоянной основе омега-3, либо нужно жить на берегу, ну, кто на море живет, наверное, ну, хотя тут же красная рыба водится, точно, барабуля водится, там, мидии, да, всякие. Холодных вод. Форель, она же искусственно выращена. Ну, все. Ну, в общем, чтобы получать достаточное количество омега-3, это полиненасыщенные жирные кислоты, природным способом нужно есть рыбу красную, качественную, 2-3 раза в неделю определенное количество. Никто этого, естественно, не делает. Поэтому у нас дефициты омега-3, они формируют, ну, очень многие процессы в организме, нарушения функции. Потом витамин D. Сейчас практически у каждого второго человека дефицит витамина D. У детей и у взрослых. А витамин D — это уже гормоноподобный витамин, что вы признали практически гормоном. Он участвует в таком большом количестве процессов, которые необходимо принимать извне обязательно. Конечно, я рекомендую, вот витамин D лучше сдавать анализы на витамин D, хотя переборщить с ним, даже если профилактически пить, очень сложно. Чтобы сделать передозировку витамина D, это нужно по 30-40 тысяч единиц принимать витамина D. У нас скоро очень хороший витамин D, он, естественно, усвояемый, доступный, там 2000 единиц. То есть если профилактическая дозировка сейчас у детей — это 2000 единиц, ну, там в зависимости от возраста. Терапевтическая дозировка — это 4-6 тысяч единиц, ну и там подбирается уже индивидуально. Потом обязательно нужно всем принимать магний. Магний, он у нас участвует в процессах формирования нервной системы, работы процессов нервной системы. Плюс магний у нас отвечает за работу сердца. Ну, это много процессов. Мы недополучаем магний с пищей. Это доказанный факт. На постоянной основе каждому человеку. В Coral тоже очень хороший магний. Есть еще продукт Ocean Mini. Я его очень люблю. Он повторяет свойства, периологические свойства крови. То есть это, ну, вообще просто невероятный продукт, который добывается из морской воды, там, глубоководной, рядом с островом Тайвань, на глубине 800 метров стоит очень дорогостоящее оборудование, которое перерабатывает воду морскую и вот создает этот вот порошочек, который добавляется в воду, и он повторяет биологические свойства крови. Это что-то, да? В общем, мне хочу добавить, что он дает такую вообще выносливость, эту энергию, потому что я его только прошло недели две-полторы, и я что-то просыпалась и везде засыпала. Тут начала его пить, и прям заметила, как энергии много. Я везде прям справляюсь. Какие задачи ставить мне хочется. Да, основу составляет магний. Хотя пью его через день, не кажется. И он чем еще хорош? Вот у нас был тоже случай судороги. Никак не проходили. Выпил Ocean Wind, судороги прошли. То есть, ну, это недостаточность магния в организме, это судороги. То есть, плюс, я его вообще люблю. Если на тренировку идешь, Ocean Min и Пентакан совместно. Mm-hmm. Обалденный результат. Да, ну аж тут еще можно вот все в комплекс добавить. Круто. Если хочешь взбодриться, выпей утром Ocean Min. Если хочешь расслабить свой организм, то выпей вечером. Ну, в общем, классная штука такая. Вот. Это минералы в биодоступной форме. Следующий момент. Это что я хотела сказать? Это вот лецитин. Лецитин нужно пить обязательно каждый день, каждому человеку. Чтобы получать лецитин природным способом из еды, это нужно есть каждый день 8-40 яиц. Кто из нас ест 8-40 яиц? Никто. И, в принципе, это повышается, какое количество яиц есть, это повышается холестерин, там многие другие факторы. А мы получаем дозировку лецитина. А лецитин у нас в клетке печени, печень состоит на 70% из лецитина, а печень у нас участвует во всех практических процессах биохимических организмов. И плюс лецитин у нас является основной частью нервной ткани, то есть это головной и спинной мозг. И поэтому, когда мы начинаем пить лецитин, невралгии у кого были? Ну, то есть, наверное, тоже у каждого человека. Мы идем к остеопату, мы идем к неврологу. Да, хорошо, неврологи, остеопаты. Это важный аспект каждого человека, нужно ходить к специалистам. Но лецитин нужно пить, потому что никакой специалист не поможет, что это составная часть организма клеток. Нужно его пить. Вот. Ну, в общем-то, это основные компоненты, там мы дальше смотрим, да, по составляющим, кому чего не хватает. То есть это и поливитамины, это и спирулина, например, аминокислоты. Это то, что нужно пить каждому человеку. Ну, в общем-то, у меня все. Пожалуйста, давайте готовы ответить на ваши вопросы. С удовольствием на них отвечу.
по детскому здоровью, по взрослому здоровью. По программам, может быть, какие-то есть. По очищению. Как вот разделить детей, да, вот, ну, там, от года до, ну, дозировки, когда вот мы начинаем, вот, да, рекомендовать. Угу. Вот, Олеся, скажи, вот, на, как, скажем, на какие возрасты разделить, вот, там, год, три, или год и шесть, или, ну, так. Ну, вообще у нас есть все взрослые, все взрослые нутрицептики у нас, ну, вообще, по законодательству у нас сертифицированы ПРОУПЛАД только несколько видов продуктов, которые можно детям, и они, как правило, с трех лет. Но мы понимаем, что даже вот, ну, кто в медицине понимает, многие препараты, их тоже, допустим, там, с 14, но их назначают с года, там, с, все в зависимости от того, какое назначение, и все регламентируется врачами, как правило. С нутрицептиками ситуация следующая, что это не медицинские препараты, но тоже как бы, нет такого вот нет строгих дозировок. Здесь мы смотрим, вот человек, как вы сами, если назначаете, ну, либо можно проконсультироваться там с детскими врачами, смотрим по состоянию. Ну и плюс, вот я как говорю, например, если, допустим, ребенку 6 лет, то мы делим на 2 дозировки. Если там 3 года, то на 3. Если там это годовалый ребенок, на 4 раза дозировки. Но вообще от взрослых дозировок. Но, как правило, то есть здесь нет четкого какого-то, вот тут там постолько-то, если ты там на одну выпил, как с таблетками, то все, придет там, ну, будет передозировка. Нет. То есть нужно понимать, что все нутрицептики, БАДы, это биологически активная добавка к пище. То есть это, условно говоря, еда. Это как если ты съешь 2 яблочка или 3 яблочка, не сильно картина изменится. Вот здесь примерно такая же ситуация. Поэтому четких дозировок нет. Передозировок не бывает. Передозировок нет. Все. И в зависимости от, ну, допустим, если острое состояние, допустим, там, ОРВИ, нам нужно быстренько помочь ребенку. Мы, ну, мы можем аж 3-4 штуки в день выпить. Или там, допустим, коралловой воды мы можем больше, да, порекомендовать, там, ее вообще передозировать нельзя. Option мин, элефанты токса 2, без проблем. То есть все зависит еще от состояния нарушения функции. Угу. Какие еще есть вопросы? Спасибо за ваш вопрос. Ну, хотелось бы, вот, допустим, тоже противопаразитарную программу для детей. Угу. Есть вообще, я работаю картинками, у нас такие они гуляют по сети, как-то, ну, прекрасные программы, в зависимости от возраста. То есть детские паразитарные программы можно начинать с 6 месяцев. То есть там основные есть компоненты, там коллоидное серебро, обязательно пробиотики, боричи, дозировки все расписаны. Вот. Проводятся программы не менее 45 дней, а лучше 60, там с перерывами у детей. Потому что, как я говорила, личинки паразитов выходят из организма минимум 45 дней, основных. Поэтому, тоже вот это очень важный момент, что нельзя одной таблеткой убить всех, ну, вывести всех паразитов. То есть мы выводим только определенные виды паразитов, если, допустим, с препаратами, и идет сильнейшая токсическая нагрузка на организм, на выделительную систему, на печень, на почки. У меня был случай, ребенку провели противопаразитарную программу, дали препарат, ребенок упал в реанимацию. Или бывает сильнейшее обострение, неконтролируемое. Поэтому, ну, опасно давать вот химические препараты для здоровья. Непонятно, что лучше, либо паразиты, либо что вот эти препараты попали в организм. Вот. По поводу вот еще ЛСК, остеопатии, вот вы спрашивали, вы работаете в этой сфере. Здесь я что хочу сказать. С помощью нутрицептиков мы только сегодня проводили прямой эфир со спортсменом. Могу дать... Лена, да? Лена, с тобой пришел человек. Вот, можете скинуть прямой эфир, посмотреть. То есть мы там эту тоже тему раскрываем. У нас... как это может помочь в вашей работе? То есть, во-первых, улучшается процесс восстановления. Все, в том числе... Ну, мы же восстанавливаем, как... инструктор, да, по лечебной физкультуре? Да. Ну, вот. Инструктора по лечебной физкультуре работают со всеми патологиями. То есть у вас в основном ортопедия или какая сфера деятельности? Травматология. Травматология. Угу. Ну вот при травматологии, ортопедии
у нас часто, ну, вы работаете с переломами, с травмами наверняка. То есть переломы, травмы, у нас есть прекрасный тоже прямой эфир, когда перелом у нас у женщины сросся за 9 дней, потому что она много лет находится, ну, пьет продукт Coral. Почему? Мы не работаем с этим переломом, у нас будет реабилитация. Реабилитация, ну, после, посттравматические. Ну, прекрасные результаты, уходят отеки, ну, если это острый период посттравматический, если это хронический процесс уже. То есть там, конечно, сложно, если кости срослись, но неправильно, например, это все реабилитировать. Но, тем не менее, у нас есть продукты, такие, как, допустим, там, с хондроитиновыми комплексами, которые помогают восстанавливаться. Вот тоже сегодня прямой эфир с молодым человеком, который мы проводили с Антоном. У него был вывих плеча, разрыв связок, его отправляли на операцию, а он продукт Coral пьет, ну, с детства. И у него восстановилось все само по себе, ну, в смысле, вот с помощью продукта за 2 недели операции не понадобилось. Грыжи позвоночника у нас, грыжи, различные там протрузии хорошо уходят на продукте Биурон. Что значит? Ну, да, это так утрированно, я говорю, уходят, потому что в основном лекции мы читаем, для, ну, проводим для простых слушателей. А что значит? То есть проходит процесс восстановления. Чего? У нас, межпозвонкового диска? У нас восстанавливается структура межпозвоночных дисков, да, то есть суставы, вот, люди, которые восстанавливаются хрящи, хрящевая ткань. Есть программа, да, есть такая программа, я могу ввести. Вот, без проблем. У нас есть, есть телеграм-канал, там есть результаты людей и сам продукт. Там все расписано подробно на сайте. Ничем не заставник будет есть. Исследования тоже есть. Да, да. Есть по этому продукту по Белорусу как раз таки. Ну, поэтому здесь тоже все спокойно. Хотя все нутрицептики, они не требуют клинических исследований. Это не как с препаратами. Хотя все препараты, они у нас, ну, собственно, нутрицептики, Coral, они проходят, как правило, исследования. И, ну, и на животных, и на людях плацебо контролируемые исследования проводятся. Ну, рекомендовать на основании чьих-то слов или на основании исследований? Вообще, смотрите, мы не лечим. Начнем с этого. То есть я как врач здесь, вообще вы же понимаете, что врачи могут лечить только на базе медицинского учреждения, которое имеет лицензию по данному направлению. Ну вот это важно. Мы здесь восстанавливаем организм, мы даем рекомендации, и здесь по факту от слов, ну вот, опираясь на результаты людей. То есть это самое основное направление. Но нам, врачам, вот у нас именно, да, врач сидит, невролог, это, кстати, ваш, ну вот это вот Елена, сестра, врач-невролог, остеопат, это ваша коллега, которая более чем компетентна во всех этих вопросах. И что я хотела сказать? Мы не лечим, мы рекомендуем, мы восстанавливаем, то есть это важно. Я тоже как врач здесь не работаю, я здесь работаю как нутрициолог и просто как человек, который получил свои результаты, даю рекомендации людям, просто зная немножко больше про детское здоровье, про реабилитацию, про восстановление. В каких-то моментах проще, но у нас такое количество здесь врачей работает, и настолько эфиров записано со специалистами. Просто человеку даете, он разбирается и принимает. Результаты у всех. То есть у меня у мамы, допустим, у нее болел позвонок, болела спина, у нее там и протрузии, и грыжи, и там чего только нет в позвоночнике. Мы ей ставили инъекции и камилипена, ну там и вот вся скорая помощь, наверное, каждые 2 недели, ну каждый месяц. А сейчас у нее вообще не болят суставы, у нее не болит спина, вот уже какой-то работа. Учитывая, что она одна, да, что полностью сейчас. Да. Вот я сижу, мне 56, у меня клинически зафиксированная протрузия дисков отдела L4-L5, отдел S6-S. Все это есть у меня, но на данный момент я 5 лет в компании, я не хожу к врачам, я прекрасно себя чувствую. Замечательно. И при всем при этом я Биурон принимала один раз, в общем-то. А я прошла все эти программы, детокс у меня постоянно фоном детокс. И остальные программы. Вот я живой пример перед вами сижу. Клинические моменты зафиксированы, у меня все есть. Вы сказали, что у вас были до туба. А вы после туба проводили клинические исследования? Рентген, да, делала рентген. Ну,
МРТ, рентгены делают, все в нормальном состоянии. Изменения у вас? Изменения колоссальные. То есть человек, который ходит, нагибается. У нас есть, то есть я говорю, что в Coral Club самое главное – это результат людей. И их такое большое количество. Вот как раз-таки, основываясь на Белуроне, там колоссальные чудеса. У нас в Хабаровске вот был случай, мужчина, спортсмен, он участвовал в Паралимпийских играх на коляске по игре в волейбол. Сейчас он играет в обычной команде. Представляете? То есть вот такие чудеса. И это все банально просто, потому что есть механизмы нарушения. То есть есть несколько причин, почему формируются данные состояния нарушения функции организма. Это паразитарные инфекции, то есть про что я говорила, стафилококки, стрептококки, паразита форма, они очень любят межсуставную жидкость. То есть недостаточно жидкости, и они съедают ее. Следующее, да, вот недостаточно жидкости, и мы пьем недостаточное количество воды. И организм, он очень умный механизм, и он начинает воду забирать это всюду. Что важнее, чтобы сердце работало или сустав болел? Конечно, сердце, чтобы жизнь шла в организм. И он начинает забирать эту воду отовсюду. Из глаз тоже в том числе, потому что там катаракты, глаукомы. А у нас глаз состоит на 95%, например, из гиалуроновой кислоты. Тоже вот гиалурон, это гиалуроновая кислота, когда мы ее принимаем, восстанавливается зрение у людей. Потому что просто недостаточно жидкости в глазном яблоке. То есть это, казалось бы, банальные вещи, но никто это не объясняет и не влияет на механизм. А просто приходишь к врачу, вот тебе снимают симптомы. Попейте этот препарат, перестанет болеть. Попейте этот и... А мы же знаем, что один препарат пьешь, одно лечишь, другое калечишь, как говорится. То есть мы не убираем проблему. А здесь мы убираем просто причину. Вот и все. Причин всего несколько. Клеточное голодание, недостаточное питание, недостаточно жидкости. Какая еще психика? И интоксикация. Все. Убираем интоксикацию, наполняем гидратацией, очищаем, питаем, и организм работает, как часы. То есть здесь все банально просто. Это у детей, у взрослых, у пожилых людей, у всех. И еще такой важный момент, что у нас, мы состоим, я уже говорила, все заканчиваем, очень долго. Мы состоим из клеток, не сразу из головы, руки, ноги и так далее. Мы состоим из клеток. Клетки формируют ткани. Ткани формируют органы, системы и наш целостный организм. Так вот, все клетки организма восстанавливаются от 2 до 7 лет. Клетки слизистых 2-3 дня, клетки костей 7 лет. И раньше говорили, что нервные клетки не восстанавливаются, да восстанавливаются нервные клетки. Поэтому мы видим, я такие вижу чудеса тоже у деток, которые там с задержками различными, там, которые не практически овощи дети. И они начинают просто что-то невероятное происходит. У детей аутизма сейчас очень много, то есть синдром расстройства аутического спектра тоже, то есть колоссальные результаты. В общем-то, чудес нет, просто берем, есть такая фраза, верю, не верю, помогает, не помогает, нужно на это ориентироваться. То есть есть конкретный запрос, мы их решаем. Вопрос времени и качественного подхода. Качественный подход есть, только делать и все. Все, всем спасибо. Спасибо.